Не знаю, у меня головные боли, пока колени пока заживают. Я сам плюс восстанавливаю себя, пока с кровати стою, у меня голова хуже. Ну так, слава богу, намного лучше, как видите, лицо все зажило. Назвали терминатором, прозвали уже в больнице. Как вы считаете, как скоро вы сможете вернуться на ринг и порадовать ваших фанатов зрелищными боями, как раньше? Для начала я сейчас хочу заняться своим здоровьем, подлечить голову, колени и чтобы рана зажили. Особенно глубокая рана. Ну, силы драться и идти в бой все-таки есть? Да, конечно. Это моя мечта. Видите, у меня здесь такой маленький пояс Fight серебряно мне привезли. Он да. Постоянно здесь, и я жду, не дождусь. Жду, пока закончится гран-при, чтобы потом продолжить.